Эй, салют, народ, всем привет, ребята, сегодня такая охрененная дата, я вам скажу по секрету. Сегодня 3,5 года, как я ношу дредлоки. Да, ребята, 3,5 года, как я с дредами. Изменения не были, есть и будут, но такое прям вообще охеренное изменение, это длина дредов, она увеличилась, ребята. Вот, так что вот так вот. Пока что все круто, все устраивает. Как я говорил в предыдущих видео, хвост собирается вообще отлично. Без всякой помощи, без всякого вмешательства. Вот, и такие вот дела, ребятки. По поводу подплетения. Видите, вот, конечно, не ходил. Небольшой такой беспорядок на голове. Хотел пойти, но и что-то я, так сказать, передумал. Позавчера повалял, и в принципе еще можно подождать недельки 3, а то может быть и месяц. Вот, а там посмотрим, не знаю, может быть в планах даже, ну не может быть, а в планах завтра помыть голову, и там уже будет видно, может быть, пойду схожу, подплетусь. Ну пока что планируем до конца месяца еще погонять так, а там может быть в апреле пойти подплестись в первых числах. Вот такие вот дела, ребята. Ну, дреды, я же говорю, вымахали вообще нормально, прям такие отлично, все полностью устраивает, длина нормальная. Ну как бы хотелось получше, но не то что получше, подлиннее. Вот, ну пока что не знаю, в плане не знаю чего с работой, а пока они мне немного, ребят, мешают, стали мешать. Вот это вчера, так сказать, подтвердилось это. Ну, в общем, не буду рассказывать. Может быть, в дальнейших видео как-нибудь расскажу об этом. То, что дредосики немного начали мешать моей работе. Вот такие вот дела, ребята. Ну что, наверное, на этом и все. Вот такое было небольшое видео. 3,5 года, как я с дредлоками. Ну, наверное, на этом и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем всего, ребят, самого наилучшего. Всем пока, до новых встреч, до новых видео. Пока.